Да, Дорчик, вот такой вот у меня верхний этаж. Скоро будет обновление. Не, ну слушай, Питер, очень классно. Эй, иди сюда. Что? Вот ты слышал, Питер? А? Кажется, кто-то пришел. Иди спустись вниз. Кто же там может быть? Пришел к Питеру. Кто там? Кто пришел? А? Полицейский? Эй, Дорчик, слушайте. Ты посмотри на домик соседа старого дома. Что? Если вы готовы увидеть, прямо сейчас поставьте лайк. Что, серьезно? Да, давайте, раз, два, три. Ребята, прямо сейчас поставьте лайк, я уже там что-то увидел. Как будто какую-то голову. Ну да, лепили лайк, молодцы, без лайка никак. Да, лайк это поддержка. Иди смотри. Что? Скибиди туалет выпер из дома? Что с ним? Что происходит? Он застрял в этом доме? Скибиди туалет. Я застрял в этой вонючей параше. Что происходит? Что, Скибиди? Ты нормально все с тобой? Кажется, он застрял в этом доме, и он стал огромным. Вы не знаете, кто мой главарь. Он меня сюда отправил, чтоб я стал огромным. Не может быть. Адорчик, нам надо позвать весь наш отряд полицейских и эвакуировать всех людей. У нас очень опасно в городе. Это точно. Так, мы готовы сразиться против этой параши туалета. Если что, мы на стриме. Мы будем защищать этот город любой ценой. Мы эвакуировали весь город. Город чист. Теперь наше дело держать оборону, чтоб он не прошел. Этот туалет наш город. Они думают, что я не пройду в город. Моя-то цель другая. Это раздавить всех людишек в этом городе. Вот же, блин, опасный туалет. Адорчик, тебе надо срочно оружие взять, попробовать пострелять в него. Да, я согласен. Вы побудьте тут. Если что, будем вместе спасать этот город. Шаолин, срочно нужна оружка. Давай, let's go. Так, я готов. Полностью экипировка есть. И давай попробуем вот эту ружку. И раз. На, 10 секунд. Заморозила. Пушка, цветок. Ненавижу цветок. У меня на него аллергия. Так тебе и не надо. На цветке аллергия, а вот этот цветок подержи-ка. Ну-ка, держи. На. На. Прямо оттолкнулась и упала. Вы это видели? Это еще не все. Держи. Заморозка. Отлично, только оглушилась, не попала. Так, я еще раз попробую, давай внутрь зайдем, посмотрим, как он выглядит тут внутри. Что? Это что за мясо как будто, да? Туша, на! Смотри, что? Ему все равно? Или он на меня нападает? А, где он? Он, кажется, на меня нападает. Я развернуться не могу. Ах вы, молокососы. Так тебе и надо, смотрите. Он тут, я сквозь прошел и смотрю, что у него внутри этого туалета. Фантастика, Скибиди туалет. А! Он меня поймал? Как это возможно? Так, быстрее беги от него. Ты не сможешь меня поймать, слышь, ты даже не выйдешь из дома. Ой, блин. Эти маленькие двери, не могу пройти через них. Он застрял прям в доме, это очень хорошо. Что? Он вышел? О, нет. О, он стоит тут? Фантастика! Он пошел и он ходит. Посмотрите, какой огромный, ну он прям ходит. Жесть! Огромный унитаз. И что-то он хочет сделать. Ай, пойду проверю сзади что. Мой питомец. Твой питомец сзади, нормально все с ним, он там сидит. Капец, он долго ходит, да? Еле-еле хожу, стал толстым. Вот это да. Офигеть, я в шоке. У меня есть идея. Купить джетпак и полететь. Ну-ка, надо купить у Шаолина. Шаолин, нужен джетпак, срочно. Только никому не говори, это только тебе, эксклюзивно. Больше никому это недоступно. Понял? Хорошо. А то я знаю, все людишки, детишки просят у меня джетпак, всякие там новые предметы. Ладно. Ты это видишь, да? Что за чудище там? Человек-туалет. Голова-туалет. Да, вижу, ужасно, конечно. В нашем городе творятся какие-то странные вещи с каждым днем. Это точно. Отлично, я его одел и полетели. У-у-у! Посмотрим сблизи, как он выглядит. Фантастика! Что за это монстр какой-то?
У него детализированная полностью кожа. Посмотрите, даже ухо есть, можно посмотреть, что внутри. И что внутри рта? Шалеть! Он полностью пустой? А что внутри бачка? Напишите комментарий, я хочу увидеть. Давайте прямо сейчас. Я залетаю прямо внутрь и посмотрю, что внутри этого огромного скибиди туалета. Ну-ка, написали? Погнали вниз. Раз! Тоже туалет, бачок полностью пустой. Хотя должна быть тут вода, чтобы он смывал. Слушай, скибиди! Ай, что за букашка тут летает? Что ты хочешь от меня? Скибиди, слушай, давай я тебя смою, а? Как тебе такая идея? Не сможешь, у меня сзади воды нет. Ха-ха-ха. Да ладно. Вот тут, смотрите, переключатель и смывалка, да? Нажимаешь вот так вот, и он оглушен на 5 секунд. Ай, что я врезался, даже не знаю. Жесть. Я не понимаю, а что внутри шеи? Вау, внутри туалета тоже пусто. Фантастика. Он зашел в дом. Ах, оттолкнул кто-то меня. Что происходит? Он нападает, осторожно. О, наконец-то я вышел. Раздавлю всех этих полицейских. Он нас раздавил. Осторожно. Ой, блин, как больно. Смешные людишки. Ай, я не пущу вас в туалет никогда. Не сможете сходить, понятно? Что? Не может быть. Из-за этого, из-за него все туалеты в этом городе сломались. Потому что я их сломал. Я могу телепортироваться в каждый туалет и выходить из туалета. Моя голова, видишь, вышла. Ну да. И вот так же я выхожу в каждом доме этого жителя в этом городе. Не может быть, ты выходил и ломал туалеты? Это все ты, походу, да, значится? Нет, он за мной бежит. Беги от него, чувак. Что? Он реально за мной бежал? Ну-ка, смотрите, реально бежит за мной. Туалет огромный. Надо сваливать срочно. А если я в дом забегу Питера? Он же потеряет меня, конечно. Это что за шаулинь китаец тут сидит? В смысле, это продавец наш? Его тоже раздавлю скоро. Нет, ё-моё, что происходит? Адорчик, что происходит? Питер, ты это видишь? Это какое-то безумие. Туалет этот ходит по всему городу. Скибиди туалет, жесть. Это же тренд. Тренд сейчас в интернете, туалет скибиди. Во всех трендах этот туалет находится. Да ладно, ты серьезно, что ли? Вы такого знали, что ли? Жесть какая-то. Ребята, надеюсь, вам понравился видеоролик. Обязательно ставьте лайк, подпишитесь на канал, жмите на колокольчик. В следующем ролике мы узнаем, в чем секрет этого туалета. Обязательно. Если вам понравилось, влепите лайкосик. Все, всем удачи. Всем пока.